Приветствую всех на канале The Games. Мы продолжаем проходить LEGO Star Wars Skywalker Saga. И у нас третий эпизод Месть Ситхов. Что ж, мы начинаем. Поддержите меня лайком, подпишитесь на канал, если вы это не сделали. Также комментируйте видосик. И надеюсь, будет что-то очень интересное, как обычно, давно-давно в далекой галактике. Это я все пропущу. Звездные войны, эпизод третий. Месть психов. Опа. Крейсер. Ну, да, конечно же. Ух ты. Мастер, генерал Гривус' ship is directly ahead. До пенсии. The Chancellor's signal is coming from the observation platform at the top of that spire. R2, stay here and guide us. No need for another commotion. Let's just quietly extract it. Итак, мы пробрались на станцию. Так, ну что, давайте собирать монетки. Ой, я просто смотрю, у него моделька лицо вроде изменилось. Третий эпизод, плащ. Каждый эпизод. Так, здесь, возможно, что-то есть. Ну, конечно. Просто они железные. R2 его вырубил. Окей, просто вырубаем предохранитель и все. Ну что, он подбежал и вырубился вообще? Люблю этот эпизод, особенно генерала Гривуса. Жду с нетерпением, как мы доберемся до него. Чё? Оби-Ван, ты что-то хотел сказать, да? Не повезло, не фартануло. Окей. Ладно, с этим попозже разберемся. Тут у нас тоже кое-что можно найти. Сфармить, собрать. А, ну, в принципе, вот. Нужно разрезать здесь проход. Это что? Тут они, ребятки, играют. Во что-то играли, видели. Прекрасно. Очень интересная. Темная консоль. Жалко, я не смогу с ней взаимодействовать. Поэтому просто втыкаем меч. Проделываем дыру. Да, режь ты вниз. Чё ты стесняешься? Да куда ты повел? Вот. Как же так? Что-то ты не договорил. Кто меня убил? Я что-то даже не увидел, кто меня убил. Понятно. Лучше эти бочки не взрывать. По крайней мере, самому. Ну, как-то так. Тут бы R2 пригодился. R2, ты где? Ты
Такс. Опять бомба взрывная. Пока еще не могу привыкнуть к такому. И куда ее? Ага. Что-то непонятно мне. Я пока не врубаюсь. Когда врублюсь, сообщу. Обратно преграду. Да за что это такое? Дальше нельзя. Ну ладно. Все? Да. Правильно все делаем. Sends Count Dooku. As do I. Let's press on. Угу. Может, второй предохранитель не обязательно было, блин. Так. О! Эти чуваки. I think R2 is starting to enjoy this. You glad he came along now? Quite. Собираем все. Все монетки не забываем. Блин, не дал им договорить. Мне нравится смотреть, о чем мне там трындят. Так, мы уже дошли до канцлера. Так, грёбаный Оби-Ван, ты подставился. Да из-за тебя я стану Вейдером, ты, блин, козлина. Довёл меня. Ладно, я шучу. Оби-Ван хороший мужик. Так. В принципе, все, что можно было уничтожить, почти уничтожили. Ну, ничего не остается, кроме как идти сюда. Молния попкорн поджаривает. Count Dooku. I've been looking forward to this. Дроиды, вы позоритесь. Что ж, граф Дуку, с тобой мы дрались в последнем эпизоде прошлого эпизода. Twice the pride, double the fall. Get help, you're no match for him. He's a Sith Lord. Chancellor Palpatine, Sith Lords are our speciality. Так. Ух ты, он начал душить меня. Они типа болеют за него. Я не буду пользоваться своей злостью. Так. Пока еще не привык к этой боевой системе.
захватил меня все-таки. Одни и те же приемы. О! Тихо, тихо. Что-то ты поддаешься, походу. Так, одна полоска ХП осталась. О, да сколько монет, наверное, можно собрать? Да ладно, пусть дерется с Оби-Ваном. Да, блин. Вроде вернулись. Да опять я. Опять ты до меня долез. Еще и дроиды здесь мешаются. Опа, опа. Do it. Jedi scum. General Grievous. Такой удивленный. Not this time. Вызвал звездолет. Дислфайш замутил. Strap yourselves in. Как-то слишком мягко они упали. The council elects its own members. They'll never accept this. I think they will. They need you. Another happy landing. More than you know. Chancellor Palpatine. Surely with Count Dooku gone, the war will now come to an end. The Senate will vote to continue the war as long as Grievous is alive. Таким злым голосом говорит. Сразу по... О! Padme. Oh, Anakin. I've missed you, Padme. Something wonderful has happened. Oh, that's wonderful. What are we gonna do? Anakin! I don't care if they know we're married. Anakin! Come, Anakin. Our presence is required at the Jedi Council. Так. Уровень пройден. Почти собрали полоску. Ничего, ни одно испытание не пройдено. Нормально вообще. Ни один мини-набор.
Энакин Скайуокер, эпизод 3, плащ открыто, джедай. Просто эпизод 3 открыт. Оби-Ван. Оби-Ван плащ. Без плаща никак. Боевой дроид B1, охранник. Палпатин канцлер, красный. О, командир Коди доступен. It'll be interesting to see what all of you old Jedi get up to in there. Huh. We aren't all as old as Yoda, you know. But with age comes wisdom, Anakin. Never forget it. I can't wait to finally put an end to this war. One step at a time, Anakin. Что ж, ребята, мы прошли с вами миссию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. В следующих эпизодах мы продолжим смотреть приключения Скайуокер саги. Ты чё идёшь? Прости. Всем пока.